Это было в окрестностях Алматы. Блики солнца прохожих слепили, тормозя, опускались с большой высоты разноцветные автомобили. И асфальт под колесами таял, как воск. Расплавляясь, горела резина. Вниз спускался с большой высоты бензовоз, и опасность ему не грозила. Но случилось несчастье, и тормоза неожиданно вышли из строя. 100-120 уже зарябило в глазах у крутящих баранку героев. Впереди был автобус и группа детей. Двое юных шоферов в кабине: «Покидайте машину!» — кричали «Скорей!» из соседних автомобилей. Если спрыгнуть, то жертв будет не сосчитать. Нервы сжались упругой пружиной, и они на своих оставались местах, управляли безумной машиной. А машина, петляя, сигналя на взрыв, мчась ускоренней, врезалась в тополь. Старый парк огласил оглушительный взрыв. Пламя в небо взметнулось, как штопор. Был прозрачен небес бирюзовый кристалл, положили их рядышком люди, вспоминая слова Иисуса Христа: «Любит тот, кто до смерти возлюбит». К их могиле живые приносят цветы те когда-то спасенные дети. Это было в окрестностях Алматы, где поярче круг солнечный светит. Все лучи с высоты направляя свои на фамилии, на обелиски. Нет, пожалуй, на свете сильнее любви, чем пожертвовать жизнью за близких. Нет на свете возвышенней доброты. Иисуса не можем забыть мы. То, что было в окрестностях Алматы, тусклый отблеск голгофских событий. Помня самопожертвенный подвиг Христа, видя мрака зловещие тени, вспомним, друзья, как сойти со креста предлагали ему иудеи. Отказаться от жертвы просили его Петр в саду и дьявол в пустыне. Но любовь выходила из всех берегов, проявляясь в божественном Сыне. Оставаясь висеть на Голгофском кресте, Он за нас положил свою душу, чтобы избавить нас после телесных смертей от гиены корящей и душной. Слава Богу за все благодати и дары, за подарок любви, даром данный. Пусть возносятся Господу жертвы хвалы и спасенных сердец благодарных. Аминь.